Еще одним ярким событием в честь Дня города стал семейный фестиваль «Алматы. Наш общий дом». В самом центре мегаполиса на площади Абая жители и гостей поздравляют звезды эстрады, уличные артисты, кулинары и многие другие. Атмосферой праздника с нами поделится Амина Усенова. Утро алматинцы собрались здесь, чтобы отметить день рождения нашего замечательного города. Наибольшее оживление царит у сцены, где выступают различные звезды эстрады. Не менее оживленно и в других частях площади. К примеру, на этих фотозонах жители могут сделать красивые фотографии, а также привлекают внимание и другие инсталляции, расставленные по всей площади. К примеру, на этой стене собрано тысячи яблок, что является как раз-таки символом нашего города. К слову, по всему городу царит праздничное настроение. Алматы – это культурная столица Казахстана, а потому на праздники особое внимание уделяют арт-пространствам. А посвящены они символу Алматы – яблокам, семейным и традиционным ценностям и многим другим темам. Большой акцент на фестивале сделан на семейном досуге. Для всех зрителей на сцене проходит музыкальный концерт звезд эстрады, а самых маленьких жителей и гостей города радуют костюмированные аниматоры. Всего в организации мероприятия принимают участие около 65 волонтеров. Это молодежь города. Они помогают в организации. Наша цель – помочь сделать день города ярким, веселым и запоминающимся. Праздничный фестиваль здесь начался с самого утра и продлится до 9 вечера. Весь день всех участников будут радовать яркие концерты, выступления уличных артистов и многое другое. Особое место на мероприятии занимают ремесленники. Ведь Алматы – город с тысячелетней историей. Был центром ремесла и торговли еще в 10 веке. И сегодня мастера ручной работы остаются неотъемлемой частью духа культурной столицы. Замечательная атмосфера, очень классно. Мы пришли с родителями, прям прониклись вот этой атмосферой, праздничным настроением. Мы приехали из Бишкека. Поздравляю с Днем города вас. Все очень круто организовали. Отдыхаем всей семьей. Мы сегодня празднуем праздник города. Нам очень нравится. Так красиво оформили, особенно площадь Абая. Тут люди все с радостью встречают этот праздник, радуются. Да, из года в год у нас наш город молодеет, красивеет. Во всей стране и даже за ее пределами Алматы знают как зеленый и чистый город. А потому после народных гуляний свыше 60 волонтеров и простых жителей помогут навести порядок на главной площади. Ведь Алматы – наш общий дом. А дома должно быть чисто и уютно. Амина Усенова, Ернат Булатбек, телеканал «Алматы».